По сравнению с другими. Пояса длинные тоже. Это тоже как бы минус, имеет, да? Значение, да? Значение именно по лучшему впечатлению. Кстати, мне до сих пор непонятно, она девочка в желтом поясе вышла. Это, в принципе, тоже, по идее, не совсем нарушение. Правильно. Да. Есть же определенные правила, да, по поясу. Да, да. 20, от 20 до 30 сантиметров. То, что как бы согласен. Больше, это тоже как бы неправильно. Ну, арбитры опытные. Готовится команда ГКО «Аргин». Я вам скажу, вот, кстати, по командам, я думаю, что до 13 лет, если не изменяет мне память, конечно, мы уже какой раз принимаем такого уровня соревнований, чтобы было 12 команд мальчиков и 11 команд девочек, это, ну, это на самом деле давно очень... Я думаю, что именно развитие идет, то ли соскучились после этих всего... Да, 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 и это есть тоже. Да, но в любом случае это... Я вам скажу, вот эти соревнования, во-первых, к ним шла подготовка. Подготовка каким образом? Турнирами. Областными, допустим, как говорится, в округах. Дальше, многие тренера молодые. Здесь же по этому возрасту часто, ну, как говорится, тренируют молодые тренера, да? Да. Это да, для да. них первые такие соревнования, которые показывают уровень его тренерского, ну, как статуса, правильно? Вот. Я скажу, в принципе, для вот этих спортсменов, мальчишек, девчонок, это первый официальный старт. Это да. первый официальный старт. Такого уровня, да. Потому что, как бы, это всероссийские соревнования официальные. До этого, как бы, детки эти, которые, они ни разу не участвовали. То, что там, вот эти турнирчики подготовительные, да, подводящие, это первый официальный старт. Вот у меня сейчас тоже участвуют три спортсмена, две девочки и мальчик. Так я вам скажу, мне даже их, ну не то что жалко, я вот первый раз они выехали так далеко от дома, это раз, во-первых, вот, и участвуют на таком уровне соревнований. Ну, вчера похвалили их, тренер команды похвалил. Так, у нас Центральный федеральный округ, 2. И Урал, Западная Сибирь, первый состав девушки. О, гости! Внимание представителей тренеров, участников, просьба соблюдать тишину. Да, здесь такая тоже есть особенность, именно при демонстрации техники должна быть абсолютная тишина, потому что каждая подсказка, даже вот выкрик с трибуны, так как бы... Ну, было такое раньше тренера на счет, а сейчас это прекратили. Раньше тренера, ну, как бы подсказывали или секундировали счетом, там, раз, два, три, чтобы они делали одновременно. Сейчас это прекратилось. Они сами считают, вот я видел, как, когда готовились, вот они сами делают на счет. Вы первый раз в городе? А? Первый раз у нас в городе? У вас в Новороссийске? Ну, я здесь уже 5-6 год в районе Новороссийска. Мы обычно приезжаем в Дивноморск лагерями. Вот. Новороссийск мы приезжаем поездом сюда. А на соревнованиях первый раз? Не, на самом деле, как бы, мы вот в этом зале, да, у нас человек, который это все построил, создал, как бы, Царство Небесное, он буквально покинул нас, да, но...